Голевая феерия на старте сезона. Волжские хоккеисты в первом матче нового чемпионата высшей хоккейной лиги обыграли подмосковное «Динамо», забросив на двоих 11 шайб. Важная победа, по сути, новой команды, которая и называется немного по-новому – «Ариада НХ». О перипетиях межсезонья, первом матче и планах на сезон – наш следующий сюжет. Сказать, что в этот вечер в отдельно взятой части Волжска был праздник, значит ничего не сказать. Открытие хоккейного сезона всегда было из ряда вон выходящим событием во втором по значимости городе республики. Но сентябрь 2016-го в этом плане был как никогда показательным. Ведь хоккейного сезона не должно было быть в принципе. Ариада после 10-летнего марафона во второй по значимости лиги страны снялась с соревнований. Финансовый кризис подкосил главного и единственного спонсора – одноименный завод. И кое-как, закончив сезон 2015-2016, хоккейный клуб перестал существовать. Профессиональный спорт в республике, казалось бы, умер. И только в начале июля, как гром среди ясного неба, пришла новость. Хоккей в Волжске будет. Будет и команда, правда, с немного другим названием – «Ариада НХ». Приставка в виде двух букв означает «нефтехимик». Тот самый из КХЛ, из татарстанского Нижнекамска. Второй, после Акбарса, хоккейный клуб соседней республики принял решение расквартировать на опустевшей базе в Волжске свою вторую команду. Иначе – ближайший резерв. Вы понимаете, что это наш фарм-клуб, и одной из задач является подготовка через фарм-клуб города Волжска, скажем так, Ариады, подготовка игроков для первой команды. Здесь достаточно молодая команда на сегодняшний день. Это игроки молодежной, прошлого года молодежной команды, перспективные игроки, плюс те игроки, которые, так скажем так, интересуют постарше, те игроки, которые интересуют, скажем так, основную команду нашу. То есть это здесь, по сути, мы готовим резерв для основной команды клуба «Нефтехимик». Да, от прежней команды осталась лишь часть названия – «Ариада». Но вряд ли от факта вообще отсутствия клуба волжанам было бы легче. Главное, в городе, в республике остался большой хоккей – центр притяжения жителей Волжска. Остались игроки-профи, пример для юных воспитанников спортивной школы, которым, по сути, открыты ворота в «Нефтехимик», команду, выступающую в КХЛ. Если честно, мы тоже так думали о том, что хоккея больше не будет, профессионального спорта в городе больше не будет, в республике больше не будет. Я имею в виду хоккея, зимних видов спорта. Но спасибо хоккейному клубу «Нижнекамск», «Нефтехимик», которые откликнулись на наши письма, на то, что мы предложили им нашу базу хоккейного клуба «Ариада» использовать для их фарм-клуба. Несмотря на аврал, а готовить новый клуб с нуля пришлось в кратчайшие сроки, все к началу сезона было готово. И стартовая игра, скажу забегая вперед, не разочаровала местную публику. Немного неформатная церемония открытия, спецоборудование для боления, которое были выданы каждому любителю хоккея при входе, и целая голевая феерия на площадке. На двоих команды в этот хоккейный вечер набросали 11 шайб. И что отрадно, на одну меньше соперники «Ариады НХ», хоккеисты подмосковного «Динамо». Показательными выдались пару минут в начале третьего периода, когда Волжане, проигрывая в две шайбы, смогли не только нивелировать преимущество противника, но и выйти вперед, одержав победу в стартовом поединке под новым названием. Добавлю, что стартового пыла «Ариады НХ» более чем на один матч не хватило. Во второй игре сезона волжане крупно проиграли Тверскому ТХК со счетом 1-5. Впрочем, лиха беда начала. Впереди еще 48 игр регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги. И то, что «Мариэл» по-прежнему представлена на хоккейной карте России, уже хорошо. Ну а победы будут, и даже не одна.